Так, дорогие друзья, сейчас будем... А что, молоко закончилось? Нет. А где оно? Там стоит в холодильнике. Так, нет, это вот последнее все, что есть. Да. А было же 3 пакета молока. Одуреть. Оксана, ты печеньки брала вот такие вот? На Ваньке печеньки отнеси. Ань, ты брала печеньки? Так, ладно, все равно сейчас немного каши сварю, что-то молока мало, но оставлю им с чаем пить, остальное разбавлю водичкой. Катя, включи плитку, газетку. Сейчас будем варить кашку или супик малыш. Много варить не буду, раз молока мало. Что так для маленьких. Один к одному сейчас сделаю, молоко устроим. Плохо то, что нету у меня маленькой кастрюльки. Приходится большую варить. Ну а что теперь делать? Придется. Сейчас сварим. Так, сразу посолить. И посахарить. Посолить и посахарить. Все, пускай варится. Варится, варится. Бутылочку. Мы такие бутылочки никогда почему-то не выкидываем, когда на улицу идем, пить с собой берем. У нас поэтому запасная бутылочка всегда лежит. Надо эту специальную бутылку купить. Так, будильник прозвенел, чтобы маленький будить. Девочки, кружку достали, а ее помыть уже. Они тут стряпали тут. Завозюкали ее всю бедную. Надо ее отмыть. Ладно, пишите, чем вы занимаетесь с утра. Вот что они такое тут делали? Ничего не пойму. Ладно, сейчас замочу, отмоется. После девчонок все приходится вот так вот отмывать. Сейчас замочу и пускай отмывается. Ладно, всем хорошего дня. У нас Ваня ходит, убирается. Работает он, хорошо работает. Ну и ладно, свет не надо, дальше пылесось. Есть. Помощник мамин, да, Ваня? Ваня пылесосит? Молодец, умница. Ой, ты моя. Иди, иди, я оттуда уйду, иди там пылесось. Там не обращайте внимания, белье еще не сложила, пока суп варю. А, самолет забыл убрать. Ну, давай, давай, пылесось. Чудо ты мое луковое. Вот такой вот у меня помощник. Напишите, что вы делаете в это время. Везде пропылесосил, везде чисто. Да? Ну давай пылесось. Надо накидку снять, постирать со стула. Мама Риночка еще спит. Ну, время еще только 10:30. Ой, сесть пока, чтобы Ване не мешаться. Вот такой вот у меня ребенок. Молодец, под койку аж туда пылесос запихивает, чтобы прибираться. Ты такой деловой, мама должна игрушки убирать, а не ты, что ли? Дорогие друзья, у меня новая швабра пришла от фирмы Zetter. Классная, я вам сегодня обязательно ее покажу. У меня была старая швабра и неудобная, а это вообще классная. Так что оставайтесь, сегодня будет видео про швабру интересное. Да, Ваня? Все, давай прибирайся дальше. Зачем ты ее в рот? Поросенок, у тебя весь рот варенье. Ну давай иди прибирайся дальше. Ты же не прибрался, это что такое-то? Мама сейчас ругаться будет. Зачем ты так делаешь под койку? Давай сюда маме ее. Железячку, иди прибирайся. Все уже, почти все везде прибрал. Да?
конфетку сейчас ест. Койки заправили, Мариночка еще спит, зайка моя. То он тут чай с молоком любит, вот обожает чай с молоком, и печеньку шоколадную кушает. Залез под койку игрушки собирать. Ой, ребенок, молодец, помощник мамин. Давай, давай. Катины тапочки, унеси в коридор их, Катины тапочки. Катя пускай босиком ходит, ну ее нафиг. Ой, Ванюша. Ладно, пусть прибирается. Да. Молодец, давай прибирайся дальше. Дома тепло, видите, он в одних шортиках у меня ходит. Шорты, футболка и носки, дома очень даже жарко. Я на кухне-то окно открыла, а все равно оно... Ладно, пусть ребенок прибирается, не будем ему мешать. Я продолжаю, ребята, супик молочный варить. С вермишелькой решила сварить деткам суп. Пусть варится. Да чай себе сделала, наверное, чай попью. И ждем мы в гости опеку. Видите, Ваня аж уборку сразу начал наводить. У нас такой бардак прям был. Прямо ужас просто. Знаете, не буду я никак реагировать. Бог вам судья. А, кто жалуется, чтобы вам так же было? Что, сына? Хорошо, молодец. Как пропылесосишь, принесешь пылесос, я его почищу. Видите, бардак, наводим порядки. Наш ребенок помогает. Заставила ребенка убираться. Вот прям заставила сильно. Это, конечно же, все, ребята, шутки. Огромные-преогромные шутки. Ваня любит пылесос. Вот как мы тут купили пылесос, Ваня любит пылесосить. Как роботом играет, игрушка для него. Все равно что. И сегодня будем еще орешки стряпать из этой вафельницы. Испытаем. Ой. Что, тут тоже бардак? Ну, ё-моё, надо тоже везде, да, убраться. Ты уже тут прибирался вообще-то. Забыл? А у папы в комнате ты еще не прибирался, у Егорки с папой. Иди к ним в комнату. Сейчас все комнаты обойдет, пропылесосит. Ладно, варим дальше суп. Вот такой вот наш день начинается. Утро. Время 10:30. Марина все еще спит. Ну, Марина до обеда будет спать. Поэтому я не бужу, проснется ребенок, сам так проснется. Нет, так нет. Юные проблемы. Ладно, готовим кашку. Все, сварила супик молочный. Тут Кате, Ване, Марине. Они, потому что пока дома, остальных еще нету дома. Все, пусть остывает и будут кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ванечка, ты что, устал? К Свете на койку залез. Маша, скажи привет. Маша, кашу себе кушать, Марину. Марин, не тяни вот так футболки. Вот привычка дурацкая, футболки тянуть. Они мультик смотрят. Да, давай я уберу самолет. Мешается, да, он тебе? А зачем ты его туда наверх положил? Сумку сюда уберем. Ваня, ты тут опять все игрушки раскидал. Вот смысл? Да, вы нас просили показать Масю. Мася, вот она. Мася, Мася, стоять. Мася, что бы такое взять в руки, чтобы ей показать, что... Мася, стоять. Мася, принеси что-нибудь ей сейчас... Многим нравится, как мы ее дрессируем, да, Мася? Мася? Мася, кстати, слепая совсем стала. О, глазки у нее такие мутные-мутные стали. Дай, Мася, стоять. Молодец, моя умница, держи. Давай еще. Стоять, Мася, стоять. Ну все. Давай. Ай, молодец, умница. Она хоть и старая. На, Мася. На, ты ее не взяла. Да, она уже очень плохо видит. Глазки у нее мутные стали. Ну, веселая еще. Ладно, пусть детки кушают. И мультик смотрят Леди Баг. Это Леди Баг же, да, называется? Кашу еще хочешь? Сейчас наложу. А я села, нервы свои успокоят. Я когда нервничаю, я всегда вышиваю. Ну, не всегда. Ну, вот, зачастую вот села немножко повышивать. То начала вышивать дом
многоэтажный. Сейчас покажу вам. Вот такой вот. Сейчас внизу вот вышиваю. Ну вот. Размер у нее 34/62. Будет высокая, большая. Работу вот пока начала. Вот вышиваю. Сейчас вот коричневую здесь довышиваю. Потом дальше сюда пойду, а потом перепялю. Так что посидим немножко.